Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Магнит-колесный ускоритель выпадает нам. А здесь, на бесплатном сундучке, выпадает управление в воздухе плюс стартовый ускоритель. Так, новое задание. Команда спит. То есть не прогружается. Новые задания. Так, получите 250 на супербайке в гора приключений. Нет, спасибо большое. Сделай 5 поворотов на спортивном автомобиле. Но это я тоже вряд ли смогу сделать. Единственное, меня интересует, а будет ли у меня доступна гонка. Так, во-первых, мы меняем. О, пускай будет такой клоун-викинг. Вполне меня устраивает. Так, если у нас день гонок, давай-ка мы попробуем на байке. Отказали тормоза. Друзья мои, понимаете, отказали тормоза. Давай. Так, не я один, да? Тут, смотрю, умняк. А этот, ты посмотри, как ушуршал. Так. Он меня обогнал даже, прикинь. В воздухе, как он? А, ну он с крыльями. Все, друзья, я понял. Он с крыльями. Ну давай посмотрим. Вот это, конечно, меня Мичи меня вымораживает. Опа. Нет. Ну какого лешего-то, блин. Ну как так-то, а? Врезался, блин, так нормально шел, а? И на тебе. Впендрючился по полной программе. Ну ты-то еще куда лезешь-то? Ты-то куда лезешь, блин? В общем, я не знаю, какое место у меня. Наверное, будет последнее. Да, ребят. Третье. Да сам виноват. Надо было брать себе спокойно этот спортивное авто и ехать на нем. Супер этот, супер. Супер чего супер, блин. Ну ты понял, короче, чего супер. И ехал бы на нем спокойненько и в ус не дул бы. Но ведь нас же не устраивает, нам же нужно выпендриться. Секешь? Вот как вот и вот здесь вот, вот. Очень большие риски. Ну, здесь риск оправдался. Я занял первое место. Давай тогда дальше попробуем. Давай попробуем дальше. Так, горючее подобрал. Там сзади что, фура что ли едет? Или мне показалось? Нет, мне не показалось. Сзади действительно едет тягач. Расправим, так сказать, плечики. Плечики, блин. Так, главное не дурковать. Вон, смотри, видишь? Синее коромысло ко мне тут присосалось. Давай, нормально. У меня крыши нету, по ходу дела, да? Оторвало ее к ядрене фени. Ну все, первое место, и я продвигаюсь. И продвигаюсь, причем довольно, наверное, хорошо. Жить, нормалек. Так, разблокировать. Давай, наверное, откроем сундуки. Так, управление в воздухе, стартовый ускоритель. Здесь нам выпадает новая краска на автобус. Они дают краски и все тому подобное на то, чем я не пользуюсь. Вот это я заметил. Так, грязное ралли. Вот на чем можно проехать это грязное ралли? Вот на вот этой фигне можно было бы, в принципе. В принципе. Так, кстати, у нас 146 монет. 146 монет. Мы же можем, по-моему, улучшить. А, тут нужно 180. Не можем. Грязное ралли. Я не хочу рисковать. Я не знаю, ребят. Вы хоть и кричите: Рэй, поменяй тачку, поменяй. Не на что менять ее, вот серьезно тебе говорю. Потому что если брать что-то непрокачанное, ну и что я буду показывать здесь, ребят? Как я постоянно фейлюсь. Как бы это не мой конек. Лучше я буду ехать на ролейке, занимать какие-то призовые места.
соответственно, получать... Опа, успел. Соответственно, получать, ну, как бы, какие-то кубки и продвигаться дальше. Чем я буду топтаться на месте и психовать, лишний раз свои нервы тут транжирить. А может быть, кто-то и хочет, чтобы я свои нервы транжирил, а? Ну, признавайся. Ты хочешь, чтобы я нервы свои транжирил? Дудки тебе. Мне и без этого хватает нервотрепки. Так, слушай, подожди, а у нас называлось грязное ралли. Что-то я тут грязи, если честно говоря, не особо вижу. Очень даже чистенько. Ну, только тут немножко лужи есть. Но это мелочи жизни. Три раза призовое место, ребят. Три раза. То есть это уже 100% первым я здесь буду. В топчике. В топчике, в топчике. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 роднулики, тихонечко. Опа, как красивенько. Блин, колымага какая-то едет сзади. Я обожаю, когда вот так вот прыжок делается. Мало того, что прыжок, плюс еще с бустом и... С пролетышем, с таким шпарем. Так, горные мосты, горные мосты, горные лаванды. Не получился фокус, ребята. Фокус мой не удался. А вот из зеленой кикиморы все получилось. Ну, конечно же. Ладно, хоть не последнее место, как мы обычно здесь любим занимать последнее место. Но не в этот раз. Называется горные мосты. На самом деле я бы назвал бы это не горные мосты, а... Наверное, горные ухабы или еще что-то в этом роде. Потому что... Нет! Ну вот. Ну все, это фиаско. О, зеленая параша докаталась. Давай хоть второе место займем. Не последнее даже, ребят, второе. А зеленая параша докаталась. Накатала себе на смертушку. Тихо, тихо, тихо. Что ты тут творишь, а, Рейчик? Ядрен матрен. Так, я смотрю, тут еще одно. И это чудо застряло. Прикинь. Фух, вторым. А какое место у меня? Второе, ребят. Жестко, согласись, сейчас было очень жестко. Три этапа на кубке Штормрайдера. Три этапа. Это, получается, какие-то легкие трассы будут, да? Смотри, как он подлетает. Да как он это делает, я не могу понять. У него... Нет! Да что ты... Я в шоке, блин. Я постоянно вот на этой ерунде, блин. Редко, ребята, получается, когда я проезжаю на этих черепах, блин. Чего не так-то? Че, с какого фига он вообще перевернулся, блин? Он ехал нормально. Просто великолепно ехал. Дебилизм, конечно. Вообще, ребята, по полной программе дебилизм. Ну давай тут сюда тогда перелетай, блин. Где ветер? Я ветра не вижу, блин, чтобы... Который нас, как обычно, любит, как сказать-то, подкидывать там, прижимать, заниматься прижимнухой. Ладно, здесь первое место. Так, а что первое место? Мне нужно еще раз первое, ребят, место занять. Только тогда будет какой-то выхлоп. Да, будет тут тебе выхлоп. Так, смотрим. Вот, 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 опять это... Страшное, блин, место. Прям из-под ног эта фигня выскочила. И все, ребят, мне испортило. Вторым. Вторым, ребят, приехал, к сожалению. Не получилось у меня справиться. Че, команда? А, команда уже ожила, ожила. Всем привет. А в это время уже навряд ли кто-то будет тут сидеть-то. В 5 часов. В 5 часов. Да почти в 6, ребята. Без 2 минут у меня, по крайней мере. Без 2 минут. 6. Всем привет пишу. Завтра на работу, а у меня график опять сбит. А мне с утра завтра.
Вот, ребят, делайте выводы. Так, слушай, о, хорошо сейчас было, вообще замечательно. Вот эту трассу мы проехали великолепно. Хотя сзади вон параша догнала почти меня. Суперкар этот, вшивый. Вот почему он едет нормально по этим камням, блин. По этим камням не любая тачка проедет спокойно. А он едет, как будто ни в чем не бывало. Друзья, что за фигня? Так, тягач, вали нафиг. Блин, как же меня вот это напряжение, вот это вот, знаешь, вот это вот сосредоточение, напряжение аж. Может быть, действительно у меня от этого всего нервишки-то и шалят, блин, и давление подскакивает. У меня другого нет, ребята, как говорится, повода чего-то обвинять или кого-то винить в этом. Только лишь вот именно такую зажатость. Так, мы заработали на сундук. Управление воздухом и ускоритель дым. Все, что ли? Это все, что я с вашей стороны заслужил. Так, крылья и ускоритель дым. Магнит и ускоритель дым. Глубоководное погружение. Нам остается совсем немножечко, и мы с тобой что сделаем? А мы с тобой заберем кубки. Так, никнейм. Давно я, кстати, его не видел. Еще бы столько не видеть. Нет, 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 нет. Тихо, 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 рнули. Так, здесь с рывком. Не помню, куда мы сейчас там приземлимся. По-моему, да. Да ты слишком разогнался, парень. Ага, прекрасно. Давай сюда заезжаем. Заезжаем. Что-то мне такое желание было сейчас сделать сальтухон полностью. Но не стал рисковать. Не доехал, да? Не доехал я. Ладно, ничего страшного. Ну что, зимний кубок. Давай-ка мы зимний кубок попробуем проехать вот на нем. Посмотрим, получится ли у меня. Ой-ой-ой. Да твою налево, вот эту вот. Да возьми ты, блин, скорость-то набери. Ты видишь, сзади вертухан, блин, едет, блин. Напрягает меня вот эта вот болотная зараза, которая сзади там присосалась. Пиявка, ё-моё, самая настоящая. Едет, едет, ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Сломал подпорочку. Ладно, фиг с ней, с этой подпорочкой. Давай ты едь, ты в конце-то концов. Ну что ты там пердёкаешь-то? Фух. Великолепно. Ну и последняя у нас гонка. Да если бы он хотя бы прыгал, ты понимаешь, по толку, по толку. Он же прыгает бестолково просто. Вообще, вот он прыгает, и что? Мне это никакого профита не дает вообще. Я просто теряю время, друзья. Просто теряю время. Пум-пум-пум. Если другая машина, то этот пум-пум-пум-пум. Скакун вшивый. Ладно, хоть первый. О, какой сундук, смотри. Какой сундук мне. 96. Ну и что тут? Оу, друзья мои, новая краска на байк, зимние шины, усиленная турбо. Отлично. Можно я посмотрю краску на байк? Подожди. Краску на байк. Это у нас вид, по-моему. Ох, ё, красиво. Нифига. Ну то лучше, чем просто синюха какая. Вот этот, прикинь. Или вот это лучше. Ребят, какая лучше краска, это или это? Блин, та и та хороша. Ох, ты вообще стильно смотрится. Так, ну что, а мы
Кстати, кстати, мы накопили. Ну-ка. Все, друзья мои, еще... Сколько там надо? Еще 230 тысяч, и мы с вами прокачиваем выскочку по полной программе. А дальше я, наверное, все-таки докачаю байк. Наверное, так сделаем. Что это за хмырёно что-то? Да аккуратней ты едь, Рэй, ну ё-моё. Волосы цвета, блин, радуги. Радуга, сами знаете что. Клоун, одним словом. Он слишком прыгучий. Он слишком, друзья мои, прыгучий, поэтому, мне кажется, он из этих своих прыгунков-то и проигрывает. По большому-то счету. Давай, 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 давай. Не позволим супостатам нас обогнать. Давай, шпарь, 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 как никогда. Тут не разбесили, есть. Ну вот и все. Вот и все, что и требовалось доказать. И у нас дальше идет развлечение. Я не буду брать другую машину, потому что тут эти прыжки, сам знаешь, самые начальные. И как бы даже если мы там суперкар с собой возьмем, вдруг это будет не самый лучший вариант. Хотя вон Ханыга едет на точь-точь суперкаре. Так, отвали. Давай, 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 въезжай, въезжай, въезжай. И финишная, поехали. Есть. Не, желтая. Цвет жидкой, цвет детской неожиданности. Ничего не выиграл из этого. А у нас тут хорошо получилось. Мы под небольшим бустиком, так сказать, сиганули. Так, давай, давай, аккуратно, аккуратно. Оу, щет, нифига он там вылетел, смотри. Летуны, карапузы. Не тут-то было, не тут-то было, сосунки. Сосунище. А это, оказывается, хищник. Я-то думаю, кто там впереди едет? Ё-моё, это же сам хищник, вы знаете таких, нет? Так вот, узнаете, хищник. Я сам так в первый раз вижу, ребят, этого хищника. Это уж я так просто дуркануть решил. Ну и все. Папа может, когда хочет. Да и когда не хочет, он тоже может. Так, ну что, попробуем взять с тобой кубок лесов. По-моему, я опять сейчас погорячился. Как же мы на крыльях-то, а? Весело и вкусно. А что вы не сказали, что у меня на губах крошка, ё-моё, от хлеба? А? Сижу тут, пока язычком не облизнулся, так и не почувствовал. Так, а как бы вы мне сказали, что у меня крошка... Рэй, хорош тупить, ё-моё. Как они тебе скажут? Мы же не на стриме, ё-просоты. Скажут они тебе. Они тебе скажут только когда посмотрят. А посмотрят они когда? В ближайшее время. Завтра, наверное, в лучшем случае. Есть. Слушай, а нормально мы проехали. Вообще зебестовски. Я даже сам не ожидал, что вот так вот можно прокатиться. Лихенько. Слушай, а вот если я по ухабам возьму, например, вот так. Посмотрим просто, как она себя, ребят, поведет, эта тачка. Ну, нормально, в принципе, пропрыгала. Давай посмотрим дальше. Тут есть конкурент, ребят. Да я этого конкурента... Вот так вот, конкурента этого.
А вот тут, да, тут опасненько. А теперь можно втапливать. Ой, нет, 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 не здесь. Вот сейчас можно втапливать. Слушай, ну... Да, большая прыгучесть у этой машины, я не могу поспорить. Так, вот интересно, как она здесь поведет себя? На Гран-при каньоне. Да, ребят, что-то я тут домахался руками, что шею подвернул себе. Не подвернул, что-то как-то неудобно там. Да куда ты летишь-то, засранец, блин? Ему даже не понадобилось, чтобы сзади его толкали, прикинь. Он просто это все перелетел. Как шею. Наверное, вот это пока показывал и... Ну, что ты хочешь? Старенький я уже, ребятушка, старенький. Наконец-то у меня завтра, ребят, сезона. Блин. Пришли все мои товары, там колонка пришла. А, нет, наушники не пришли пока еще. Наушники еще пока не пришли. Рюкзак, я там даже два рюкзака заказывал на работу. Еще там что-то. О-о-о, как все запущено, бро. Не надо мне лофуил. Прикинь. Прикинь. Ну тут уже бесполезняк. Четвертое место. Дурачина ты, простофиля. Как мне горючее-то закончилось, э? Все, докатался, ребят. Вообще ноль, нулевое место. Назад. Ну что, попробуем на первый... Ай, первый снег, у меня колес нету, ребята. У меня колеса с пробуксовкой. Ладно, посмотрим, может быть, что выгорит. Хотя бы на первых гонках. Да что ты за машина-то такая, твою нали... Нет, ребят. На ней надо ехать аккуратно, блин. Это тебе не... не раллийное авто, которое встанет опять на колеса. Нет. Это такое, знаешь, еще чудище, блин. С которым нужно очень, ребят, аккуратно себя вести. Все. Чуть вот так вот он встает, все, ты, считай, уже на колеса обратно не встанешь. Так, все, я сейчас, ребята, откачусь в самое днище. Просто на самое дно улечу. Даже если тут первое место, вдруг каким-то чудом получится, мне это ровным счетом ничего не даст. 3 балла. Не. Не варик. 3-е место, ну хотя бы не так далеко откатимся. Блин, дай открыть сундуки, мешаются они мне. Угу. Так, Нагорный кубок. Нагорный кубок, все, давай, хорош дурачиться. Твою налево, Нагорный кубок. Фига там. Ты видел? Вертуха это что делает? Вот здесь, конечно, ему вообще шоколадно будет. Пипец, в отличие от меня. Хотя... Отлично. Ребят, 1-е место урвал. Причем так красиво. Он его почему-то подкинуло, там начало крутить, вертеть. А я на гнилой кобылке хоп и забрал у него победушку. До свидания, чувырла. Пускай там дальше кренделя свои крутит. Отлично. Айтек, привет, пишет, проснулся. Так, кубок ледника, 2 этапа. Ребят, кубок ледника, 2 этапа. Ну что ты, что ты, что ты, что ты творишь? Так, ноубоди. Ноубоди.
Он у нас едет. Он едет, ребят, с монетным ускорителем. А ККМ-ка почему так быстро и лихо? Вроде не вижу крыльев. Но, наверное, на ускорение, я так понимаю, да? Скорее всего, за счет ускорения. Лоффуил, это меня уже не интересует. Потому что первое место за мной. Никаких лоффуилов. И последняя гонка. Смотри, этот ноубоди опять лезет, а? Не надо вот этого делать. Нафига ты это делаешь, Рэй? Опять скоростной там, я смотрю, был только что. Скоростной 43. Везде он там лезет. Блин, действительно, ребят, вот это вот напряжение, которое... У меня аж плечи от него болят. Аж так напрягаю это тело, что сводят мышцы. Ну что, прекрасно. Наконец-то мы пробили. Так, сельский кубок. Друзья, наверное, мы поедем. Поехали, наверное, на нашем новоиспеченном просветке байк. Йоу, тихо ты. Че? Сосунище, ты видел там? Размазался, докатался. Я так и не понял, как он там умудрился, ребята, честно говоря. Ну, где он там, короче, навернулся? Ну, навернулся-то он знатно. Так, 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 так. Опа, опа, опа. Мазепа. Вшивый. Ты видел? Вот так вот папа всегда будет делать. Отщедрючивать чучу эту. А как ты хотел-то? Ты посмотри, этот мазепа лезет. Опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Только лишь из этого дебильного прыжка. Но в любом случае мы первым приехали. Столичный кубок. Так, столичный кубок. Столичный кубок. Слушай, по-моему, это тот самый... Та самая идиотская трасса, на которой я всегда фейлюсь. Поэтому поеду я на раллийном авто. Вон там, я смотрю, Феррари или кто там. Ну, спорткар, короче. Да какой спорткар этот? Обычная формула. Ничтожная. Обычная, ничтожная, дрявая формула ехала. Так, ну что, поехали дальше тогда. Вирджил тут. Так, это я помню. Это я помню. Так, здесь, наверное, вниз поедем. Вот так вот, видел, как аккуратненько раллийное авто себя ведет. Не то, что эти выскакивают и летят куда попадут. Тут все очень нежненько и аккуратненько. Давай далее. Слушай, смотри, какая прикольная расцветка у этого. У вертушки ты видел скин? Дрещеныш. Захотел тут папу обогнать. Не тут-то было. Я про формулу говорю. Там формула начала выеживаться. Она вместе со мной прыгнула на этот постамент. Но с этой арматурой она просто слетела. Чертовой бабушки. Так, тихо. По-моему, здесь же у нас где-то. Ага. Все, вот и финиш. О, ух, надо немножко. О, ой, хорошо. Зарядку сделать. А то совсем затек, папа. Совсем затек. Тут еще сколько? 4 гонки у нас? Так, я не знаю, может быть, черепашек еще сегодня поиграть. После. Не, знаешь, что мы, наверное, поиграем? Strike Force. Меня просили многие. Ну, как многие. Буквально тут на стриме у Ильи был, у Иллинойза.
Кто-то там попросил. Помнит же Strike Force. Ну, я, наверное, просто недавно сам намекнул про него, да? Он зацепился за эти слова и напоминает мне теперь периодически. Да, кстати, там надо, там у нас новые персонажи. Ну, как новые персонажи? Для меня это новые, а так они старые. Там Магнита, по-моему, я могу открыть. Еще кого-то. Есть. Фух. Так что сегодня, может быть, даже глянем. Замечательно. Ну и последний у нас с тобой заезд на этой трассе. Так, это, я так понимаю, вниз, 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 да, сейчас будет? По-моему, так. Синий параш там какая-то наяривает. Он там что, на прыгульках летит? Как он там, или с идеальным приземлением, что там? Слышите, с таким шелестением едет он. Да? У меня 12 баллов, остальные все курят бамбук. И опять же, опять же, друзья, восхитительные диверсии у нас. Так, сегодня еще на втором канале обязательно пойду и поиграю. Знаешь, во что? Ark Whale давно не было. И трактирщика, кстати, тоже давно не было. Накопим ли мы на попугайчика или нет? Эй, 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 ну и что ты делаешь, ну Рей, ну... Даже не попали. Вот это было, ребята, тупизм первой категории называется. Но мы хотя бы байкеру не уступили. Хоть за это можно сказать нашему гонщику-клоуну спасибо. Что он выкрутился. Блин, еще начинается вот эта всякая... Под глазом чесаться, блин, не вовремя. Так, байкер. А не пошел ли ты, козе, в трещину, а? Видишь, как он здесь? Скорость-то... А что с ним случилось? Я что-то не понял. А, не, он едет. Я думал, что он размазался. Я его потерял там уже. Но он не размазался. Он едет потихонечку, но едет. Так, ну что, последняя гонка. Опять без идеального буста. Я одного не могу понять, почему у меня, друзья мои, Hills of Steel, эта игра про танчики, перестала запускаться. Причем на всех эмуляторах. Не пойму. Хотел тут поиграть и не могу зайти, выкидывать то ошибка, то еще там что-нибудь. А эмуляторов у меня дофига и разных версий, ребята, и с разными прошивками. На iPad я вот только не пробовал. Надо, кстати, действительно. Ну, видишь, на iPad, ребята, если ты заходишь на iPad, все игры... Нет, вру, Shadow Fight синхронизация идет. Что на iPad, что на этом. Ну, там, видишь, там через Facebook. Так, слушай, ну, по идее, должен быть и у этом тогда... Тихо, подожди, вот здесь надо, ребята, обязательно горючку подобрать. Обязательно. Оп, теперь можно наяривать. Отлично. Прекрасно и великолепно. The best from West. Ну что, я так понимаю, у нас, ребят, ну, неужели фабричный кубок дали? Давай-ка мы попробуем с тобой фабрику на нашем. Слушай, ну мне нравится расцветка нашего байка. Не знаю, если тебе нравится, ставь лайкосик. Если ты тоже за такую расцветку байка, что тебе нравится, я в этом плане. Опа, чего? Чего? Ты видел? Ты видел? Да ядрёна матрёна, что тебя опять-то мотыляет-то как сидру козу-то, блин? Пруф достал уже. Фух.
Ребята, этого пруфа я сейчас отпруфил по полной программе. Ты видел, как его отпруфил? Как пруфана. Опять. Ну ядрен матрен, ну каракатица ты. Есть. Там ему просто повезло. А тут его. Подожди, а как он заработал? Он один раз только первое место занял. Два раза. Твою налево, блин. Я думал, что все, а оказывается еще не все. Еще гора смерти у нас тут впереди. О-о-о-о, и все на раллийных автошках, да? Все как один. Все как один, а Рейчик лучше всех. Ничего, ребята, личного. Бизнес есть бизнес. Гонка есть гонка. Ну давай ты там не шукай, блин. Езжай нормально. Видишь, вон, видишь? Дристолет нервирующий меня, а? Вот сколько раз я езжу, вот сколько раз, ребята, я езжу на этой гонке трассе и никак не могу запомнить, что здесь вот эта вот фигня. Понимаешь? Сколько раз, что там надо притормозить твою налево, просто притормозить и проехать спокойно. Нет же, блин, нет же, набираем скорость, едем. И получается то, что получается. А получается отстой полный, ребят. Ну давай ты уже там. Красава. Ну здесь первое место взяли. Фух. Виктори, вот тебе, блин, аж за ухом зачесалось. Вот тебе и Виктори. Ну и все. Друзья мои, 43 тысячи кубков мы с вами получили. Остается 46 и там уже 50. То есть конец, как говорится, моим мучениям. Ну что, давай прокатимся здесь, наверное. Ну как ты хотел? Как ты хотел? По-другому. Лучше лишний раз, ребята, педальку газа скинуть. Особенно ее лучше скидывать, когда ты на подъемчике. Ты посмотри, а. Ай, дурила, Рэй, дурила ты еще тот. Ну что, я поехал. Ау! Тихо, 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 тихо. Кто же знал, что здесь такая приблуда? А поверх можно? Давай. Ох, ядрен, матрен, нифига. На конспиративной квартире влетел. Это не то. Как это что? Это как это? Как это? Другая немножко трасса, да? Ау! Ауч! Да, водитель разбился. Ты будешь ехать-то сегодня, засранец.
Да фиг ли, New Record, он даже меня еще не поймал, мне уже пишут. New Record, блин. Все кто только там на что гораст, друзья мои. Я успел, я успел. Есть. Там кто-то еще успел доехать на конспиративную квартиру. Ой. Дай-ка. Что-то как-то трасса не очень хорошая, ребят. Так, новый рекорд. Да заезжай ты твою налево, блин, придурок ты плешивый. А, 6 секунд, 4, 3, 2, 1, все, ребят. Меня в любом случае захомячили бы. Здесь рекорд бьют на этой машине? На выскочке? На выскочке? Ну, может быть, да, то, что она вверх подпрыгивает очень хорошо. Каких костюмов нету новых, да? Так, ну что, друзья, пожалуй, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.